Я не люблю какого-то определенного жанра, все зависит как бы от сюжета. Если говорить о моем саморазвитии, то я предпочитаю общаться с людьми, которые тоже разделяют мои интересы, где мы обмениваемся опытом. Соответственно, пока что вы продаете ничего. То есть словосочетание «я Дальний Восток». Ближе к Дальнему, извините, да? Ну тут разницы нет. Вы говорите, что самое главное – построить дом, но выходите на сцену с мастерком и говорите, вот есть мастерок, он классный. Да всем пофиг на мастерок, всем главный смысл. То есть вопрос в том, что ближе к Дальнему, ну хорошо. Ваш послушал, эксперт внешний, говорит, я даже, ну то есть мне пофиг. Вот у вас там есть 20. Ребят, можно, пожалуйста, потише? Вас ждет то же самое, ребят. Ну то есть где эта уникальность? Не в формате туризма, не в формате культуры, не в формате ценностей там, семейных и других вы, ну, не показали. Нет, на самом деле, может, не буду работать под профессию, буду стану какой-нибудь известной актрисой, буду сниматься в голливудских блокбастерах и стану знаменитой. Каждый человек идет своей дорогой, и он ориентируется на точку, которая ждет его вдали. И перерождение – это фактически способность сойти с этой намеченной дороги и проложить к своей цели совершенно новый путь. Возможно, будет более витиеватым или, напротив, он будет гораздо проще, но он будет совершенно иным. Тед, не расстраивайся, все. Все будет хорошо. На вот, держи. Не грусти. Дальний Восток для меня это прежде всего родина, место, где я родился, где я вырос. Именно Дальний Восток, наверное, сформировал меня. Дальний Восток – это большая частичка еще более большой и крупной страны России. Это бесконечные территории, на которых можно творить и можно себя реализовывать. Прежде всего, стоит начать с самого себя и полюбить тот регион, то место, где ты живешь, и стараться преобразить его. Привлекать сюда инвестиции и не упускать отсюда молодежь. У меня случился такой небольшой катарсис после моего поступления, поскольку весь сентябрь я была очень и очень потеряна, и я дичайше тосковала по дому, по своим родным. Я невероятно тосковала по Приморскому краю, потому что до меня дошло, что я не могу в один момент просто взять и выглянуть в окно и увидеть сопки. Потому что ты смотришь на других людей и понимаешь, что они ровно так же потеряны. И искать поддержки у них – это то же самое, что зарывать их в землю, пытаясь самому спастись.
Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да, здравствуйте. Что ж, вам потребуется заполнить некоторые анкеты, и думаю, что вот это вам поможет. А куда мне идти дальше? Это выше. В будущем я мечтаю стать режиссером, снимать ролики про Дальний Восток, чтобы все о нем узнали. Признался, что знал, будто люди не...